Друзья, всех приветствую! Хочу вас поздравить с наступающим Новым годом! Я очень рада, что мы с вами в одном поле. Я сейчас не ржу, я плакать хочу. Боже мой, перезаписывать точно нельзя. Сейчас. Нельзя с таким настроением, наверное, записывать новогодние поздравления. В общем, что я хотела сказать. Новый год для всех будет реально особенным. Вы знаете, что у нас в эру Водолея входит Новый год, но это не этот календарный, конечно же, а официально вступим мы, когда планеты войдут в эру Водолея, 23 марта. Сейчас у вас есть промежуток такой небольшой, сейчас, на Новый год, подвести итоги того, что вы делали в этом году, во всех годах своей жизни, какие вы семена садили, какие вы знания получали, как вы проявлялись, что вы давали. То есть все вещи, которые вы делали, все ваши проявления, вам нужно подвести итоги и подработать с тем, с чем не доработали. Потому что когда мы с вами войдем в эру Водолея, вы получите плоды всех ваших усилий, которые вы вложили в свою жизнь. Все ваши проявления, все ваши посылы, вся ваша благодарность. Все, что вы вкладывали, вы получите в многократном размере. Скорость этого года будет настолько быстрой, что вот мысли буквально будут материализовываться и давать все, что вы несли, да, вам большую отдачу. Поэтому подумайте, да, что вы вложили в этот мир, подведите итоги, пересмотрите свое видение этого мира. Еще есть время до марта месяца подкрутить свои шаблоны мышления, да, свою любовь к этому миру, проявления и проработать себя, да, оставить все в прошлом. Не тащить этот груз, потому что ваш груз, который вы будете тащить из прошлого, ваши обиды, ваш стыд, ваш, там, не знаю, любой шаблон, они будут умножаться в новом году, когда мы вступим в эру. То есть вы все, что несете с собой, все будет умножаться. Несете добро, несете любовь, несете радость, энергию. Я не знаю еще, что такого сказать классного. Доброту. Это все будет умножаться. А представьте, если вы пойдете в новый этот год, представьте, что вы понесете в этот год с собой груз там, вины, ответственности за то, что вы не можете нести ответственность, да? Свою ленность, свое обесценивание, то есть все, что вы с собой возьмете в Новый год, не оставите позади, да, это все будет с вами постоянно и расти, и убивать дальше. Поэтому осторожно, внимательно подумайте, с чем вы идете в Новый год. С чем вам нужно расстаться, какие связи разорвать, с какими шаблонами мышления, с какими своими старыми привычками, потому что все будет множиться с большой огромной скоростью, и вы просто даже не будете успевать за этой реальностью. Представьте, эра Водолея — это тягучая, как вода, да, Водолей — это вода, движение, бесконечное вот это вот движение по всем уголкам. Вы с грузом просто не можете двигаться в этом потоке, и, естественно, вас будет сносить оттуда. Представьте, что вы тащите на себе, да, кого-то, чего-то, начиная от любых чувств, которые вас убивают, да, и вы не знаете, как, куда их приструнить, куда их применить. Вы тащите обиды, уже повторяюсь, критику,
на что угодно. Все деструктивное нас разрушающее. Все вот эти шаблоны ограничивающие, они будут ограничивать ваш поток вот этого движения, и вы не будете успевать вот просто за вот этим движением мира, да, и он просто вас сотрет в порошок. Поэтому начните сейчас с собой работать, да, чтобы пойти в Новый год уже, да, совсем другим человеком. И у вас будет офигенно, настолько круто, что вы просто даже не представляете. Все ваши усилия и все ваши старания, они все будут с плодами. Целую, люблю, обнимаю.